Че, в Адел едем, да? Да. А? Да. А че, без этих движений лишних никак, да? А? Нет. Че, договориться тоже не варите, да? Нет. Командированный. Командированный? Да. Откуда ты сам? Откуда ты? Неважно. Неважно? Ну, вдруг мы как-нибудь встретимся туда-сюда. Встретимся, я тебя узнаю. Узнаешь? А я как тебя узнаю? Я тебе подойду. Давай вон там где-нибудь нам остановим машину, мы выйдем, ты назад УАЗик сядешь, и мы дальше поедем. Куда поедем? Прямо домой поедем. Россия, что? Давай без вот этих отделов, моделов, без штрафов. Я тем более чуть-чуть выпил, да, сейчас там 15-30 тысяч штраф. У меня тем более вот здесь... Ты пока выпьешь, ты не думал. Спецсигналы тем более у меня затонированы, машина. Без этих движений нельзя, да. Вот это тоже я спецсигнал сниму, домой поставлю, пленки тоже сниму. Больше пить тоже не буду, я за рулем. Хорошо. А? Хорошо. Нельзя, да, без этих движений. Я сниму это все, я тебе отвечаю, тебе мужское слово даю, брат. Брат, чё, братан? Если ты бухой не был бы, я бы тебя пропустил. Да? Да. Давай я другого за руль посажу, и мы поедем. Ты среди вот своих групп главный, да? Да. Из-за этого за руль сел, да? Да. Давай да поосторожнее езжай, брат, она посаженная у меня. И давай да, брат, ты меня учить не будешь. И лежачки боком проезжай. Я тебя учить хочу. Ты чё, блядь? Сюда выйди-ка. Выйди, а? Выйди. Идём.